Сегодня я нахожусь в Москве, и москвичей буду спрашивать про неопознанные летающие объекты в небе. Как, по их мнению, все-таки эти объекты имеют человеческое или инопланетное происхождение? Инопланетяне? Верите в их существование? Конечно. Давно есть это. Вот у Америки есть один район, да, 113 район. А они что там делают, не знаем. Но они этим занимаются, мы интернеты смотрим, да. Есть, в смысле, они сотрудничают с инопланетянами? Это точно не знаю, а это знаю, что они там ученые занимаются с этим. Угу. Они приходят, уходят. Угу. Есть такие вещи. Ну, наверное, глобалисты американские. То есть и русские тоже. Не инопланетяне, это человеческих рук дело. Конечно. А вы что, верите в такую чушь? Китай. Инопланетяне, конечно. Я думаю, это какие-то оптические явления, никто за этим не стоит. То есть это не другие страны и не инопланетяне? Не инопланетяне, фантазии это. Просто бред американский и все. Ну, то есть это люди сами делают? Естественно. Шары еще никто другой не умеет делать. Имеется в виду из природы, из семейства животных. Так что это... Некоторые уверяют, что это инопланетяне. Да нет, это бред. Это для очень-очень слабоумных. Вот. А мы цивилизованные люди. Ну, я думаю, это китайцы. А зачем они это делают? Ну... С разведывательными целями? По приколу. Ну, я лично не видел. Я считаю, что это вранье. И просто некоторые люди на этом пытаются набрать популярность. Манипулировать, так, ну, скажем, набрать популярность, да, или манипулировать другими людьми, которые верят. Зеленые человечки. Ну, что-то есть сверх такая система какая-то, которая за нами следит на Земле. Неопознанные летающие объекты только могут ответить на этот вопрос. Они же неопознаны на это. Ну, склоняйтесь больше к тому, что это какие-то другие страны или все-таки инопланетяне? Я все же за человеческое происхождение. Это, наверное, все-таки это НЛО. Все-таки какие-то цивилизации эти неземные. Я думаю, что так. Если бы это были инопланетяне, мне кажется, мы бы давно это выяснили. Или бы они каким-то образом это показали. По крайней мере, есть куча разлучающих видосов на всяких разных площадках, которые говорят, что вряд ли это инопланетяне. Самолетов люди сделали. То есть происхождение человеческое, не инопланетное? Нет, конечно. Чисто в теории можно было бы предположить, что это какой-то космический мусор, но он бы сгорел, пока летел, так что, честно сказать, трудно сказать. Ну, скорее склоняйтесь к тому, что это человеческое происхождение, да, или инопланетное? Скорее человеческое, потому что, ну, не знаю, не то чтобы я прям не верила в это все, но больше верится в человеческое происхождение. Вы добавите что-то? Давайте начнем. Летают ли они вообще? Типа, может быть, это все блики и все за это, но типа... Ну, я думаю, что да, тоже, что это человеческое все и... Так это ж китайцы. Человеческое, либо просто природное что-то. Стая птиц. Я не знаю, честное слово. Человеческое или инопланетное? Человеческое. Не верите в инопланетян? Нет. Ну, я думаю, что их просто нет. Пока. На самом деле, это либо монтаж, либо просто какое-то физическое явление, которое... слишком сверхъестественно объяснили. Я думаю, это все вранье. Это неправда. А зачем об этом говорят тогда? Ну, чтобы людей смущать, чтобы они свой, как бы, ориентир, свои мысли направляли на другое. Отвлекать людей от насущной задачи. НЛО не существует. Мне хотелось бы верить, что все-таки это неопознанные летающие инопланетяне. Очень бы хотелось верить. Это тоже аппарат, придуманный человеком. То есть происхождение человеческое, не инопланетное, не инопланетяне. Я так думаю. Еще не знаю. Человеческое. Люди мы сильные, мы многое можем. Я не знаю, но я сам видел летающий объект. Неопознанный. Когда служил на границе, вся застава видела. Это было в мае месяце. А год был 81-й год. И он там летел, долго причем. Вылетел с Ирана и в сторону нас полетели. Когда мы спросили, нам сказали, что это приземляются кубинские какие-то и наш космонавт. Не знаю, сколько это правда было. Была усилена охрана границы, так что... Конечно же, это инопланетяне. Они захватят нашу Землю, и мы все умрем. Все, инопланетяне, до свидания. Как думаете? Вы что, ебнули, что ли? В небо, в небо, в небо, в небо.